холодных стран сейчас перенесемся в жаркую страну, в Мексику. Называется эта пьеса «Бесама мучо». Переводится она как «Поцелуй меня крепко». И что самое интересное, это чудо одного хита 20 века было написано 15-летней мексиканской девочкой Консуэла Веласкес Торрес. И в 1941 году «Бесама мучо» прозвучало по радио и с того момента стало мировым шлягером. А исполняли это творение более 700 артистов, среди которых были такие гранты, как Битлз, Элвис Пресли, Пласидо Доминго, Диана Росс, Фрэнк Синатра и очень многие другие известные фамилии. В 1944 году песня «Бесама мучо» стала победительницей первого хит-парада в США. Вот сейчас мы ее с вами послушаем в исполнении Петра. Надеюсь, все будет в порядке. Thank you.
Канук. Это белорусский музыкант и композитор, заслуженный деятель культуры, народный артист Беларуси. Он является автором очень многих популярных песен, которые все, наверное, знают, слышали. Это «Ай-я лягу, прилягу», «То ли еще будет», «Малиновка», «Я у бабушки живу» и «Зима», которую сегодня исполнит Петр. «Зима». Давай я прочитаю. Вы смотрите, что ей досталось.
ты будешь самым послушным ребенком, и тебя будут ставить всем в пример. Вот. Давай, Саша, посмотри в зеркало, и ты увидишь, что будешь его наставить. Так, Саша, вот у вас, пожалуйста, один раз, я посмотрю. Тихо, ожидание тут осталось. Не исключает, желаю зря. Будут новые друзья. Будут новые друзья. Каникул тебя ждет, знаете, все тебя ждет неожиданные. Попробуем убежать еще. На этой неделе исполнится мое желание. Вот, видишь, какой хороший ты. Пусть ответила, она первая обучится лучше всех. Чтобы всем хватило каждого куска.